У нас для начала... Сейчас я отойду. Вот сюда. Да. У нас для начала итог бард-квеста. У меня в руках ключ от сундука. Сейчас сундук появится в студии, когда я скажу, что победила команда с кодовым названием «Уже». Представителя этой команды, а лучше прям сразу всю команду, которая, ну, в смысле, всех представителей команды, имеющихся в зрительном зале, я приглашаю сюда. Угу. Под ваши бурные аплодисменты. Ну, вот эти команды, каждый должен у меня уже готовы. Да. Ну, они поменяли. Но уже. Давайте еще возьмем. Да, нет, все. Можно ли сундучок, пожалуйста? Студия вам вручается. Не их трое только? Ну, так, их мало. Огласите весь список. Сокровищница, все дела? Как мы обещали. А там билет на следующий квест. Символически не золотой ключик, символически не пиратский сундук. Болички не открываются, да? Тут, да, торжественный туш. Ура, товарищи, с победой! Спасибо вам всем за смелость и за то, что вы... Сладкая жизнь. За то, что вы в этом поучаствовали. Спасибо большое. Вот они. Еще у меня в руках две благодарности, большущие благодарности, которые идут, к своим адресатам аж с апреля, с нашего фестиваля «День открытых дверей». Я их под ваши, опять же, бурные аплодисменты с удовольствием вручаю одну Льву Кузнецову за замечательный звук. Вы можете сразу ему похлопать и за тот звук, который вчера и сегодня, и завтра, и после. И еще одну большущую благодарность, тут так и написано, если что. Мы вручаем Александру Захарову за сразу за все. А за сим переходим, собственно, к завершающей части нашего сегодняшнего дня, к нашему заключительному концерту. Еще раз вам большое спасибо. Его откроет этот самый концерт Александр Захаров. Этот самый. Гитара идет, смотри, я говорил, не могу играть. Играть на одной струне одним пальцем. Что, ура! Наш слет состоялся. Да. Вот. И так как песня у нас открытие, то она общая, хоровая. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались, но песня будет не эта. Вот песня Евгения Клячкина. Идет бычок, качается, о чем ему мечтается. Наверное, позабыли мы слова. Прожито, и оглянуться можно бы, но так, чтоб не кружилась голова. Холодной оставалась голова. Себя тащили волоком, а под ногою облако нарочно принимали за туман. И годы шли спиралями, друзей не растеряли мы, зато теряли теплые дома, уютные и зыбкие дома.
девчонки наши катятся, одергивая платьица на саночках с горы. И все идет, как водится, встречаются, расходятся, как маленькие пестрые миры. Далекие и теплые миры. Что появилось отчество, имя лишь осталось для друзей. И пусть доска качается, но лишь бы не кончалась бы, и пусть бычок не падает на ней. И пусть бычок не падает на ней. И пусть бычок не падает на ней. И пусть наш бычок не падает на ней. Наш бычок фестиваль. Ура! 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 Спасибо, Александра Захарова. Следом на сцене мы снова с радостью приветствуем Елену Жилину. Елена Жилина – звезда нашего сегодняшнего сборища. Хорошая, это я считаю, хорошая. Лена попросила меня сказать что-нибудь хорошее. Я не знаю, слышно вам или нет. Я спою песню «Скрипка». Нету? Боже, какая лань. Сюшки, придется рассказать еще что-нибудь хорошее. Традиционный способ настройки гитары. Я такое часто вижу. Многоруки, многоруко. Сегодня был такой конкурс. Что-то об этом. Приглашаю Александру Ермишину. Встречайте, пожалуйста. Виктор Бережков.
Владимир. Владимир, здравствуйте. Приглашаю Владимира Хачатурова, и по случаю хочу напомнить, что завтра мы еще проведем с оставшимися участниками студии «Межгород» и со всеми остальными желающими мастерскую, которая начнется в 10 утра. Хорошо. Владимир Хачатуров. В пригороде Берна Баса Шлак замечает заброшенную телефонную будку. Стекла в будке давно были выбиты, диска у аппарата не было. Повинуясь внезапному импульсу, пастор заходит внутрь и снимает трубку. Работает ли все это, я вообще не верю таким приметам, но сейчас там, где должны быть ответы, только вопросительный знак. Ладно, прошу, прорезь, пару монеток, здравствуй, говори.
говорит пастор Шлак. То ли слышно шуршанье в эфире, то ли в одиночку вышел, хоть и в широком поле, ничего не понятно в земной юдоли. Благо просьба всего одна. Я хотел попросить за друзей, не боли, в трубке тянется тишина. Это время, все очень понятно, право, будь ты тлей, героем, супердержавой, что богатство тебе, если честь и слава рушат совесть, судьбу грабя. И важнее всего, если мыслить здраво, время, чтобы улучшить себя. Для кого-то секунды, кому-то годы неуверенности, пустой свободы, как цветок распускается в непогоду, каждому лепестку свой час. Я уверен, ты помнишь свои расходы в смете, что закладывал в нас. Я прошу за всех нас, опоздавших силы, дай нам времени так, чтобы хватило. Я сбиваюсь, трубка мертва и стыла, под ногами скрипит стекло. Расплетается провод, в руках нажило. Время вышло, не факт, что оно и было. Время вышло, сообщение мое ушло. Время вышло, сообщение мое ушло. И голос за кадром, оригинальный голос за кадром мюзикла Александр Спиридонов. А на сцену уже поднимается театр «Двух» Галина и Андрей Соловьёва. Большое вам спасибо, что вы приехали к нам и провели с нами эти дни. Вам большое спасибо, друзья, за этот замечательный фестиваль, за эти теплые дни, за этих прекрасных комаров. Как я их полюбила. Это не мы организовали. Нет? Удивительно. Под руководством Александра Захарова можно и не такое организовать. А сейчас мы вам споем песню Андрея Соловьева, впрочем, как и всегда. «Маленькое сердце». Да, когда на землю спускается тьма. Ну, в курсе, земля круглая. Да? Да. Глаза считают иначе. И тогда, значит, маленькие фонарщики, каждый зажигает свой маленький фонарик, и лавина фонарщиков там Токио, Владивосток, Бангкок, Москва, Париж, там такая огромная масса зажженных фонарей катится по всей земле, чтобы где-то остался свет, но никто не споткнулся и так далее, и так далее. И только два фонарщика. Вот у них сложнее всего. Один на южном полюсе, другим на северном. У них фонари дольше всего горят. А полгода. Когда, да, когда их нужно зажигать, они вот как-то вот они, поэтому они прислушиваются друг к другу через вот эти вот толщи поперек параллели земли, вот пытаются выяснить, когда им зажечь свой фонарь. Итак, маленькое сердце. Где касается неба гранитных валов, словно пар щеки. Поперек параллели проходит волнами вдали. Как спасительный ветер огни, зажигая фонарь, щеки, покорители ночи, крылатые дети земли. Сколь не хочется тьме одиночества в пыльную даль окон, по квартирам, в которых никто никогда не живет. Все равно кто-то в маленьком домике, маленьком, маленьком, негасимую песню огня потихоньку споет. По полюсам за толщей льда, где не укрыться, не согреться, и не уедешь никуда, ветры дороги замели, можно услышать иногда, как бьется маленькое сердце на чистоте твоей любви, сердце земли. И пускай поезда, прогоняя друг друга, уносятся, привокзальное эхо проглотит насущный ответ. Не
расслышать единственного из заразы наголосицы. И звезды не увидеть, взирая на солнечный свет. Кому-то и надо в пески убегать за пророчеством, или в горы идти, покидая свои города, чтобы гордило эхо в ответ, услыхав одиночество, запрокинуть лицо и увидеть, сияет звезда. По полюсам за толщей льда, где не укрыться, не согреться, и не уедешь никуда. Ветры дороги замели, можно услышать иногда, как бьется маленькое сердце на чистоте твоей любви, сердце земли. По полюсам за толщей льда, где не укрыться, не согреться, и не уедешь никуда. Ветры дороги замели, можно услышать иногда, как бьется маленькое сердце на чистоте твоей любви, сердце земли. На чистоте твоей любви, сердце земли. Спасибо. Спасибо, это были Галина, Андрей Соловьев. На сцене я приглашаю Антона Воробьева. С Антоном мы познакомились как студия «Межгород» в этом году. И у нас были многие посиделки. Я вот сейчас сижу и думаю, что у нас на самом деле еще окончание ведь сезона получается нашего очень насыщенного в студии. Спасибо Антону за участие в этом сезоне у нас на посиделках. Немножко согрею и сам согреюсь. Я хочу сказать, что я очень уважаю и жутко завидую людям, которые... Я могу погромче сделать. Очень завидую людям, которые обладают даром создания стихов. Сам я таким даром не обладаю, получается фигня какая-то, вот, поэтому мне очень, как сказать, отозвалось стихотворение автор Максим Рычков. Утренний ледок.
Оставь ты бесполезные потуги. Знать не свое, корыто ты залез. Уж коль твои растут из жопы руки, не быть тебе властителем сердец. Не то чтоб я обиделся, но все же на критику ответ мой был суров. Я сразу же втащил ему по роже, удачно выбив парочку зубов. Сломал ему ребро, затем колено. И пару раз по печени прошел. Искал для пущей верности полено. Но видно повезло, что не нашел. И напоследок пнув по почкам дважды, ему многозначительно сказал: художника обидеть может каждый, но вот поэта хрен ты угадал. Спасибо. Можно и так. Антон Воробьев, спасибо большое. Екатерина Лазуткина следующий поднимется на эту сцену. Ура, ура, Екатерина Лазуткина. Ага, вот. Это был круг почета. Добрый вечер. Спою вам песни цыганки на стихи Даниэля, музыку Туриенского. Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Вы откуда, птицы смуглые? Из какой такой неведомой дали? И какие у вас кибитки, лодки утлые? До московских тротуаров донесли. И какие у вас кибитки, лодки утлые? До московских тротуаров донесли. Отвечают мне цыганки, юбки пестрые. Вольной волей весь свой век мы держим путь. Коль захочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Коль захочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Говорю я им, цыганки, мне-то по сердцу вольной воли заповедные пути. Но не кинуться, не ринуться, не броситься. Видно, крепко я привязан, не уйти. Но не кинуться, не ринуться, не броситься. Видно, крепко я привязан, не уйти.
сердце с домом, сердце с долгом разлучается, сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Екатерина Лазуркина, спасибо большое. Еще одно знакомство этого года для студии «Межгород» — Сергей Тихонов. Сергей Тихонов приглашается на сцену. Нам очень радостно видеть каждый раз на наших посиделках новые лица, знакомиться. Если я ничего не путаю, то Сергей изначально из Самары, так что даже с этой стороны, к слову, «Межгород» вполне... очень даже подходит. Анатолий Киреев, «Чудо кони». Заблудился конь лихой. Он не ведал пока, что есть конь облака, что бывает конь река. Запугали коня вольной воли, не пускали коня в чисто поле. Он не знал до сих пор, что на свете где-то есть конь простор и конь ветер. Мчался он огневой, туч касался головой, туч касался головой. Появился огонь, в небе вспыхнул месяц конь, в небе вспыхнул месяц конь. За тобой месяц конь, не угнаться, мне б хотелось с тобой побрататься. Я не знал до сих пор, что на свете где-то есть конь простор и конь ветер. Разыгрались ветра, и проснулся конь-гора, и проснулся конь-гора. И спросил конь коня, не боишься ли меня, не боишься ли меня? Я тебя не боюсь, право слово, и с тобой породнюсь, что такого? Я не знал до сих пор, что на свете где-то есть конь простор и конь ветер. Ай-яй-яй. Ночи нет,
появился конь рассвет, появился конь рассвет. И спроси, он сказал, слушай, брат, потерялся конь закат, потерялся конь закат. И помчались вперед чудо-кони, мы догоним его, ой, догоним. Я не знал до сих пор, что на свете где-то есть конь простор и конь ветер. Сергей Тихонов. А теперь на сцену поднимается Виталий Богомолов. И я, наверное, все-таки не удержусь сказать, что я в диком шоке от того, какое количество выступающих у нас в этом, на этом слете с вами получилось. Честно говоря, я удивлена, что у нас такие с вами большие и хорошие концерты получаются. Ура! Спасибо вам за это большое. На сцене Виталий Богомолов. Я играю на гитаре у костра в уголке. Сидит маленький комарик у меня на руке. Я аккорды ставлю криво и не те, что хочу, а пою я некрасиво и о главном молчу. Настроение не лесное, мне совсем ни к чему. Мне бы что-то сделалось со мною, зачем не пойму. Мне бы флейту среди ночи звуком вечных начал, чтобы тихо, но не очень ее голос звучал. Где-то волки воют глухо на далекой тропе, или что-нибудь над ухом комарик пропел, или просто показалось после долгой жары, а нужна такая малость, чтоб не стало хандры. Нежных звуков привидение пробирает насквозь, мимолетное видение, почему же мы врозь? Я уже почти кемарю в 3:09 часу, и мой маленький комарик тихо спит на носу. Это был Виталий Богомолов. Спасибо. А теперь на сцену поднимается Борис Богданов. У нас в этот раз, по-моему, на поляне 3 костра, если я правильно понимаю, или чуть больше, но, по крайней мере, наши соседи, вот Борис Богданов среди этих самых соседей, соседнего костра, мы наслаждались вашим пением, пока слушали из своих палаток вас. Спасибо вам, что вы создавали нам приятное соседство. Я вчера не пел. Это был, не... Нет, я про костер. А, костер в целом. Это, да, да, да. Постарались, да. Наконец, да, встречает. Ладно. Стихи... Это... Я же дочитал. Вы с квадратными окошками, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская, несуровая зима. И
торчат, как щеки, ребрами не замерзшие катки. И еще в прихожих слепеньких валяются коньки. А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар? Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар. Ходят боты, ходят серые у гостиного двора. И сама собой стирается с мандаринов кожура. И в мешочке кофе жареный прямо с холоду домой. Электрической мельницей смолот мокко золотой. Шоколадные, кирпичные, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская, несуровая зима. После бани, после оперы, все равно куда ни шло. Бестолковое последнее трамвайное. Борис Богданов, а теперь на сцене Анна Балашова. Аня не определилась, мне кажется, статус неопределившегося. То ли друг межгорода, то ли участник межгорода. Это же такое было. Аня приходила на наше на наше занятие. Мы ее были там рады видеть. И сейчас тоже рады видеть. Сейчас я скорее участник гитарной школы Кузнецовых. Так бы иронично не звучало. Евгений Ленин, Александр Евдокимов. Совсем не осталось писем. Нет почти фотографий. Одни записные книжки. Исписаны до конца. А вырваться невозможно, как черту из пентаграммы, пока повелитель духов не повернет кольца. Рассыпались наши фигуры, овал, квадрат, треугольник, расползся карточный домик, заржавел магнитофон. Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж, кто любовник, кто просто тянул резину, кто был без ума влюблен. Теперь уже не собраться на Троицкой и Литейной. Молчат телефоны эти, отложены рандеву. Никто не может распутать всех сплетен, хитросплетенья, поскольку все это было так ясно и наяву. 11 апреля и 24 мая я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи. Наземный транспорт бессилен, уж слишком дуга кривая. Воздушный путь покороче, да вот небеса глухи. Жильцы других континентов, столицы и захолустья. Кормите собственной тенью и выкормши козлы. Когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых, нам остаются только наши общие сны. Холодную почту своих кудрявых открыток содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз. И тот, кто верно выводит своих скитаний отрывок, уже понимает, бумага не принимает слез. А тот, кто остался дома, он как бы наглотался прома, не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего. Он выбрал себе наркотик, пейзаж, что в окне напротив, и искренне полагая, что он раскусил вещество. Мы думали, все еще будет, а вышло, что все уже было. На севере коротко лето, не следует забывать. Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила. Прощай, лиловое лето, проклятие и благодать. Прощай, лиловое лето, проклятие и благодать.
прощай, лиловое лето, проклятие и благодать. Спасибо. Спасибо, Аня, большое. На сцену приглашаю Сергея Тимофеева. У нас в этом концерте действительно очень много гостей, и на этом слете очень много гостей, и это не перестает меня радовать. Сергей Тимофеев. Касаясь земли по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и вздрогнув от счастья на птичий твой зов оглянусь, когда послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный районный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом сильным не властно соперничать небо, и лада на запах, как запах приютского хлеба, ворвется в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь, о, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый. Я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь. Сергей Тимофеев, спасибо большое. Следом на сцену я приглашаю Павла Мынкина. Вот мы когда открывали слет, Саша говорил про передачу... передачу, как это называется, традиции, по-моему, так Саша выразился, передачу традиции от клуба «Благуш» к студии «Межгород». Павел Мынкин стал другом клуба «Благуша», а теперь, получается, стал другом студии «Межгород». Очень приятно быть другом. Затрону тему, которую, мне кажется, мы не можем обходить стороной никогда, а сейчас она особенно актуальна. С автора взял вот так, да?
прохода. Евгений Евтушенко. Сила страстей, приходящее дело, силе другой потихоньку учусь. Есть на земле приключения тела, есть приключения мысли и чувств. Все же меня пожалела природа, или, как хочешь, ее назови, установилась во мне, как погода, ясная, тихая сила любви. Установилась во мне, как погода, ясная, тихая сила любви. Раньше казалось мне сила огромной, громко стучащей в большой барабан, но стала тобой в нашей комнатке темной, и палец свой скромно прижала к губам. Так ли сильна вся глобальная злоба, вооруженная вся до зубов? Как мы с тобой безоружные оба, как безоружная наша любовь. Темные силы орут и грохочут, хочется им человечьих костей, но ясная, тихая сила не хочет, чтобы напрасно будили детей. Ангелом атомного столетия танки и бомбы останови. Ты объясни им, что спят наши дети, ясная, тихая сила любви. Ты объясни им, что спят наши дети, ясная, тихая сила любви. Павел. Теперь на сцену приглашается Георгий Гурьев, представитель студии «Межгород». Я буду петь свою песню, песню старого авиатора.
поднять пол, вырубить верхний свет, пересмотреть сон с другом, которого нет, пересчитать слова, что проронил зазря, рано еще засыпать лит окурок дня. Помни, что дивный сад, тысячи поздних роз, жили с тобой не в попад, жизнь одну не всерьез. Ткали себе мечты, жили под них мешки, маленький принц не спит, пишет тебе стишки. Там на планете с огромными бабабами летает в небе без крыльев странный народ. Считают звезды, боятся быть странными. И только старый фонарщик верит и ждет. Встретит немой рассвет и как-то невзначай ближе придвинут стул, чашка, заварка, чай. Ты не видал зеркал, но оттого был смел, но растоптать сорняк все-таки не сумел. Может быть, просто сон или тепловой удар, но я же слышал смех, видел тот желтый шар. На море полный штиль, но меня штормит взглядом найти звезду и подарить ей миг. Здесь на планете с огромными бабабами летает в небе без крыльев странный народ. Считают звезды, боятся быть странными. И только маленький мальчик верит и ждет. С огромными бабами. Спасибо, это был Георгий Гурьев. На сцену поднимается дуэт Алисы Вернигор и Максима Филатова. Я уже как-то шутила, что это в этом сезоне стали две мои правые руки в студии «Межгород». Владимир Ландсберг. Песня называется «В один прекрасный день». И будет снег лететь в окно, кровати, стулья осыпая, и тишина придет такая, что слово выдохнуть грешно, и лишь глядеть, глаза закрыв, как снег ложится и не тает, следы спокойно заметает того, кто выбыл из игры. И сразу станет невесомым все, что пока имеет вес. Но вот ведь дело снег в окно,
весь снег небесный только в это. В других же окнах будет лето. На свете так заведено. На сцене появляется Михаил Орлов. Встречайте, пожалуйста. Я вам спою песню Петра Старчика на стихи Арсения Тарковского. Сестрица. Почему, скажи, сестрица, не из райского ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело, ненадежное житие, ты влетел слишком смело, ты влетел слишком смело в сердце тесное мое. Ты влетела слишком смело, ты влетела слишком смело, ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Тело может истомиться, яду невзначай глотнуть, но отправишься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призыв бытия, непосильной мне казалось, непосильной мне казалось ноша детская моя. Непосильной мне казалось, непосильной мне казалось, непосильной мне казалось ноша детская моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Спой о том, как ты земную боль и соль и желчь пила, как входил вплоть живую, как входил вплоть живую смертоносная игла. Как входила вплоть живую, как входила вплоть живую, как входила вплоть живую смертоносная игла. Ой, бродяжка, ой, синица, для которой корма нет, ой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет, как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Ой, хоть время прекратится, пой на то ты и певица, пой, душа тебя простят. Пой, хоть время прекратится, пой на то ты и певица, пой, бродяжка, пой, синица, пой, душа тебя простят. Спасибо. Спасибо Михаилу Орлову. Следом на сцене Аля Калимбет. Большое спасибо еще раз Але за помощь с сегодняшним детским концертом и еще много с чем за этот сезон, который мы провели бок о бок. Пожалуйста, давай будем чаще бок о бок. Да, Ксюша к нам тоже очень часто приходила и пела, и мы два раза пришли к студии «Межгород» проводить свои мероприятия. И это было прекрасно. Я считаю, что надо продолжать. Стихи... забыли. Гарсии Лорки в переводе Марка Самаева. Голос мальчика или голос кузнечика я еще не придумала. Mm-hmm.
Мальчик искал свой голос, спрятанный принцем кузнечиком. Мальчик искал свой голос в росных цветочных венчиках. Сделал бы я из голоса колечко необычайное, смог бы я в это колечко спрятать свое молчание. Мальчик искал свой голос, спрятанный ром в росных цветочных венчиках, а голос звенел вдалеке в зеленых одеждах кузнечика. Сделал бы я из голоса колечко необычайное, смог бы я в то колечко спрятать свое молчание, спрятать свое молчание. Мальчик искал свой голос, а голос звенел кузнечиком. Мальчик искал свой голос, сделать хотел колечко он. Это была Таня Колебет. На сцену я приглашаю Евгения Шиянова. Евгений Шиянов сейчас нам расскажет, считает ли он себя участником студии «Межгород». Вот мы его считаем участником студии «Межгород». А еще мы все под большим впечатлением от пустырника, который Женя недавно организовал. Это было такое мероприятие на пустыре около МГУ. Там было очень тепло, уютно и вообще отлично. Я, как обычно, пребывал в недоумении относительно того, что мне петь. Вот. Алька, которая выступала перед мной, велела мне, значит, петь на контрастах, поэтому сейчас прозвучит песня «Резюме», если получится. На улице вызвать дождь или в комнате сделать душ. Нет, просите меня натащить вам нож, я в такой чепухе не дюж. Но лишь только скажи мне нажать на кнопку, не дрогнет моя рука. В этом деле вы встретили знатока, я уверенный пользователь ПК. В моем доме идиллическая картина, простота, благодать и тишь. Кошелек подернулся паутиной, в холодильнике сдохла мышь. Все навязчиво просят вернуть долги, но мне не свойственна паника. Я еще покажу им, ну а пока я уверенный пользователь ПК. Все мои одноклассники, бизнесмены, банкиры, директора регулируют рынки и ставят цены, и дурачат электорат. Они скидываются по миллиону на юбилей выпуска. А я зашел бы, да занят я страшно, как я уверенно пользуюсь ПК. Целый день мне приходится стучать и щелкать, и не смей меня отвлекать. Я с утра до обеда закрываю окна, а потом открываю опять. Совершаю упорные тренировки я в строке поисковика, чтоб вовек не утратить мне навыка и уверенно пользоваться ПК. Ремесло мое лучше иных умений и почетнее всяческих дел. Ведь при сколь угодно большом уме без него ты не нужен нигде. Едет крыша, сдвигаются континенты от компьютерного щелчка. Я еще покажу вам, ну а пока я уверенный пользователь ПК. Нету в мире ценнее работника, чем уверенный пользователь ПК. Спасибо Евгению Шиянову. А теперь на сцену приглашается Лев Кузнецов.
На самом деле для меня очень приятно и почетно, что я вышел сюда именно после Али и Жени, потому что на самом деле я от всей души присоединяюсь к тому обмену любезностями, без сарказма, который сейчас произошел между ними и Ксюшей. И действительно все трое упомянутые, и Али, и Женя, и Ксюша, занимаются делом, которое мне, например, тоже очень близко. Это пересечение разных вот поющих песенных наших компаний. Пересечение, вернее, объединение, конечно, не пересечение, извините. Объединение. Сращивание вот этой вот нашей и без того не очень толстой прослойки. И спасибо им всем за это. Действительно, и Пустырник, который делал Женя, и все филфаковские магиканские мероприятия, которые неустанно проводит Аля, и слет, на котором мы находимся, который в художественном смысле это Ксюшино детище, ну, в сегодняшнем его варианте, это все как раз-таки в ту сторону, и спасибо всем вам за то, что оно так. Когда мы... Да. Мне кажется, аплодисменты совершенно заслуженные. Спасибо. Я спою песню из того песенного пласта, на котором я, наверное, сам рос. Это одна из песен, написанных полвека назад на биофаке МГУ, авторство Гена Никифоровича Шенгена-Березовского. Когда тебе взгрустнется среди твоих забот, и все не удается, и песня не поется, когда тебе взгрустнется, твой друг к тебе придет, а если нет, ты глаза закрой. И ты увидишь, что он с тобой и о тебе поет. А если нет, ты глаза закрой, и ты увидишь, что он с тобой и о тебе поет. Когда в ночи зарницы и тьма над головой, когда тревожны птицы, когда тебе не спится, когда в ночи зарницы, а завтра снова в бой, ты письма друга тогда возьми, и тихо скажут тебе они, что он всегда с тобой. Ты письма друга тогда возьми, и тихо скажут тебе они, что он всегда с тобой. А если завтра ранят тебя в святом бою, тебя он не оставит и из огня достанет. А если завтра ранят тебя в святом бою, пускай не верят, но он придет, на поле боя тебя найдет и жизнь спасет твою. Пускай не верят, но он придет, на поле боя тебя найдет и жизнь спасет твою. Когда тебе взгрустнется среди твоих забот, и все не удается, и песня не поется,
когда тебе взгрустнется, твой друг к тебе придет. А если нет, ты глаза закрой, и ты увидишь, что он с тобой, и он тебе поет. А если нет, ты глаза закрой, и ты увидишь, что он с тобой, и о тебе поет. Спасибо. Льва Кузнецова. На сцену следом поднимается Анна Ковалева. Раз, два, три, четыре. Да. Михаил Щербаков. Ни на чью не посягну честь, не точу ни на кого меч, но одна мечта во мне есть, распрекрасная из всех мечт. День за днем она растет вширь, я ей раб, и я же ей царь. Это ж с виду только я хмырь, и на коня, на людей хмарь. А на деле я хочу смочь улететь от здешних мест прочь, и гляжу все время вдаль, вдаль, но отсюда не видать, жаль. А улететь хочу, как в том сне, по веленью колдовских чар. Самолет не подойдет мне, мне воздушный подойдет шар. А мне люди говорят, брось, ну куда тебе на шар влезть? Все ты как-то от других в кость, а ведь сам не бог весть кто есть. Ты для нас, говорят, вообще ноль, и шо думал, про чего петь? На шарах летать, дурак что ли? На-ка вот тебе трамвай, едь. И несет меня трамвай вдаль, и грызет меня печаль, грусть. Не туда, куда хочу, жаль. Ну так что ж, куда-нибудь пусть. Вы ж, мадам, не лейте слез здесь, как-нибудь не пропаду там. И вообще я не умру весь, разве только от любви к вам. Даже если расшибусь вдрызг, отыщу среди живых щей, распадусь на миллион брызг, хоть одна да попадет в цель. И летит трамвай во весь пар, и пускай себе пес с ним. А я все так же помню свой шар, и по-прежнему хочу в Крым. Спасибо, Анне Ковалевой. На сцену я приглашаю Михаила Зайцева. Большое спасибо, Миша, за такую огромную помощь, которую успел нам во всех наших движухах показать за это время. И вообще очень здорово, что так сложилось, что Миша до нас доехал. Это правда. Мне тоже здорово. Спасибо. Я вам хочу как организатору тоже все сказать, потому что у вас же завершающего такого концерта, где все плачут, нету или есть? Нет. А, это он уже, да, все. Просто, действительно, я очень совершенно случайно тут оказался, совершенно прям совсем. А все потому, что Ксюша на пофиг вообще мне написала, говорит, Миш, а ты вот случайно совершенно не будешь в Москве вот сейчас? А я такой совершенно случайно тут оказался. И поэтому получилось так, что я такие сюда действительно доехал. И для меня это очень большая удача и счастье, потому что у нас в Новосибирске
сейчас с этими пандемийными годами и всякими прочими событиями все сильно посложнее с фестивалями и с такими сборами, а здесь люди собираются, и меня это очень сильно радует и воодушевляет. Вот, вот так. Так, ну и песенка, собственно говоря. Также мой любимый Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев. Опять в мои чертоги пришла зима. Осталась на пороге, как верный пес. А я все возвращаюсь к тем временам, когда я строил миражи из летних грез. А ты лети, моя синица, тебя в руке не удержать. Пускай моей мечте не сбыться, я журавля останусь ждать. Какой соблазн списать все на холода, что выбирает каждый, где потеплей. Быть может, поступила ты правильно, оставив лишь мечту в душе моей. Лети, лети, моя синица, тебя в руке не удержать. Пускай моей мечте не сбыться, я журавля останусь ждать. Антона Трофимова, чтобы Антон Трофимов спел нам песню. А я, пока он идет, расскажу большое, тоже большое спасибо Антону за то, что в этом сезоне мы виделись часто. И в студии «Межгород» Антон всегда желанный гость. Вот что я хочу сказать. Спасибо большое. Это же совершенно взаимно, ребята, вы замечательные. И вообще, я на правах человека, выходящего на эту сцену из гостей последним, хотел сказать, что всегда какие-то любые события в жизни меряешь по самым ярким воспоминаниям. Потому что однажды попадаешь на хороший след, и вот он у тебя отпечатался, вот она твоя планка. Ребят, вы за эту планку сегодня так лихо выскочили. Просто класс. Спасибо.
Я могу сказать, что еще одним хорошим слетом в Москве стало больше. Это здорово. Сейчас вот стояли там около сцены с ребятами. Вот засмотрелся, что наверх увидел. В созвездии большим. Медведица. Понял, что я хочу спеть. Мигнет и погаснет маяк на малу, сигналя, что день отгорел. Пора уголькам превращаться в золу, а ночью вступать в свой предел. Пора уголькам превращаться в золу, а ночью вступать в свой предел. Склоняется ковш исполинский во тьму, к налитым теплом берегам. И можно ладони подставить ему, подобно ушедшим богам. И можно ладони подставить ему, подобно забытым богам. Какого напитка ты жаждешь, душа, каких ожидаешь даров? Рискнешь ли, на донце заглянешь ковшам? Или так отхлебнешь у краев? Рискнешь ли, на донце заглянешь ковшам? Или так отхлебнешь у краев? Молчит безответно тот я, что внутри белее раскрытым листом. А ковш понемногу пустеет, смотри, как вечность до нас. И потом, а ковш понемногу пустеет, смотри, как вечность до нас. Спасибо Антону Трофимову. На сцену поднимается студия «Межгород» для завершения сегодняшнего концерта. Посмотрите на этих заморенных моей активностью людей. Именно им я обязана тем, что у нас так много получилось. Я, если что, осознаю, что много у нас не получилось. Мне кажется, ребята молодцы, большущие. Мы только учимся, мы еще это, не волшебники, но... А, еще мы очень смелые, потому что мы сейчас вам будем петь песню, которую до этого на сцене еще не пели. Но песня нам очень нравится. А теперь все два шага вперед, пожалуйста.
очень любим. Смотрите на нас так. Сощурится шаг из строя, душе ноябрь, очки на носу, а небо дохнет и в груди пожарище. Пора бы все ехать на поезде вдаль, вспоминать апрель, забывать февраль, а нам журавлей, друзей, да подруг, стаю сбивать, да лететь на юг, да северный ветер зазвать товарищей. А небу плевать, у тебя контракт, проводи свой круг, развлекай себя, а небо расплатится щедрой мстой, с усиной, калиной, белой и седой. Глядишь и пришпилит тебя на булавочку. А ты, знай, чирикаешь, да поешь, сердце не в так, каждый шаг на нож. А ты все бежишь из последних сил, вот-вот все закончится, не спросив, и вдруг замечаешь, присед на лавочку. Смотрит мимо нас, и нам довольно, нам по взглядам серых глаз. Уже невольно я могу потерпеть, пока небо смотрит мимо нас. Небо смотрит мимо нас. Небо смотрит мимо. Междугородняя. На ней мы точно завершим наш сегодняшний вечер. Не верю. Давай,
нас друг с другом с внезапным холодом тепло. Почти что север с ближним югом. Соединитесь тенью свет, соедините шепот с громом, с его вопросом мой ответ. Все малое совсем огромным. Междугороднее прошу соединить затишье с ветром, с парашютистом парашют. День с вечером, письмо с конвертом, соединить с иглою нить. Прошедший век с грядущим веком с радостью соединить от человека с человеком. Почти что север с ближним югом. Соединитесь тенью свет, соедините шепот с громом, с его вопросом мой ответ. Все малое совсем огромным.